Всем привет! Продолжаем бродить по сюжетам, мифам, изображениям. Сегодня хочу вам рассказать о святом Себастьяне. Очень много картин о святом Себастьяне. Перуджино, к примеру, Тициана, Хосе Дерибера. Ну, в общем, вкратце. Так вот, Себастьян был и начальником преторианской когорты. Это гвардии римского императора Диоклетиана. Императору донесли, что Себастьян втайне принял христианство, и преторианцам было приказано казнить его, пронзив 1000 стрелами. Но христианка Ирина перенесла Себастьяна ночью к себе и начала лечить, и залечила его раны. Неустрашенной попыткой Себастьян вновь обратился к Диоклетиану, упрекая его в жестокости, и тогда был забит палками насмерть. Позднее Себастьян был канонизирован католической церковью. Вот такая история о святом Себастьяне, который не отступил, который втайне принял христианство. Сначала был пронзен стрелами, потом забит палками насмерть и был канонизирован католической церковью. Все, всем пока, всем привет, посмотрите картинки, до свидания.